Здравствуйте. 26 апреля, 19 лунный день. Созвездие Ангарак с элементом железа. День для отзывчивых, храбрых людей, воинов. Благоприятен обращаться Буддам, Бодхисаттвам, ритуалов очищения, омовения, почитание сакюшанов, установление достойного руководителя, приобретение имущества, вложение спонсорства, меценатства, работы с деревом. Ребенок, родившись в этот день, будет благоречивым в достатке, где бы он ни был, будет счастлив, отличаться резким и жестким характером. День неблагоприятен ставить ребенка на ноги, передвигать войска, сватовства, продажи скота, стрижка волос к встрече с приятным человеком. Благоприятен для людей, родившихся год, лошади, собаки. Неблагоприятен годам змеи, синие обезьяны. Дынкур дуанья на верхнем березоке, дынкур хорал, ритуалы джинсрык, и в Угинском сучун дуанья зруа юрал, маню дуанья алтынгарл, гунрик дуанья нэм гигин, дальше зыгбе. В литейном цехе в этот день дамжин дурлик в 6 часов вечера. Будьте щедрыми.